Round one. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает кандидат мастера спорта Байаман Олимбиков Харастан. 1995 года рождения. Боксом занимается 5 лет. Счет боям не ведет. Финалист чемпионата Кыргызской республики. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Бахтыбека Рыскулова. Раунд 2. Thank you.
Ladies and gentlemen, the bout number 10, RSC injury, the red corner.